Только, Леший, береги себя, пожалуйста. С фотиком. Меня смотрит. Ну, если вдруг. Стрёмно. Ну еще бы. Она опирается на него как раз там. Ага. Сюда на ветку опирается. А попробовать ногами от столба оттолкнуться, короче, ветку отогнуть, которая ложится на нее. Вот она, я думаю, что может уйти. Ну далеко не уйдет, там рогатина. Вот это хуйня. Пальцы береги. Выше залезть можешь, чтобы за трубу ее дергать? Да верю. Было бы не стрёмно, сам бы залез. Там вот эту палку клинышек сзади, ты так попробуй достать. Там же ж понял, оно подклинено палкой. Красавчик. Кидай вниз ее. Ты почти это сделал.
Живой? Красавелла, я горжусь тобой. Ну что скажешь по весу? Да не волнуйся, все спокойно, нас никто не заметил даже. Я тебе больше скажу, ты даже интернет им не порвал, короче, никому тут. Красавелла, леший, ты смело заработал, я тебе рисую пятку, блядь. Ай. Ну что по весу, прикинь, ну что, 10 килограмм скажешь? Провода внутри там нету в столбе, да, походу? Провод, да, снизу, снизу дернули уже давно. Ну что? Десятка. Да, десятка. 50 гривен. Ну это твои 50 гривен. Я пойду с видосиком, короче. Ты супер, пацаняра, я тебе говорю. Да, сейчас заберу, конечно. Потащили, добытчик. Ух. Добытчик.